Мужские футболки. T-Shortsman Extra у нас Англия. Данный лот весит 10 килограмм. Футболка марки Next. Размер указан M. Средний размер получается. Примерно 48. Это хлопок. Далее тоже вот M. В составе хлопок. Здесь полиэстер. Спортивная футболка марки Nike. И размер здесь указан S. То есть футболка уже поменьше. Состояние всех пока приличное. Элька. 100% хлопок указан в составе. Футболка большого размера. Так, Элька, марка Trespass. Тоже в хорошем состоянии. Так, здесь тоже у нас размер указан L. То есть примерно получается 50 должен быть российский размер. Хлопок. М-ка, среднего размера футболка. Воротник в хорошем состоянии, то есть без видимого износа в данном случае. А М-ка среднего размера, вот еще одна футболка. Элька, футболка большого размера. Так, здесь у нас размер medium, то есть средний получается. Кстати, в основном пока вот хлопок везде. Элька. Таких вот синтетических футболок было, по-моему, только две. XL, футболка большого размера. Adidas, спортивная футболка. Вот тут, вот, да, синтетика полиэстер. Здесь хлопок, размер L. Состояние хорошее, видите, воротники ровные, пока вот без пятен. Размер 2XL, мужская футболка большого размера. Тут еще обычно майки бывают, но сейчас пока майк не видно. Так, марка Umbro, размер указан... XAI 2XL. Тоже в хорошем состоянии. То есть воротник у нас не растянут, не застиранный. Пятен нет. Цвет тоже не выгорел. Все хорошо. Марка Nike. Размер XL. Тут полиэстер. Далее 2XL. Хлопок. М-ка. Размер средний указан. Тоже вот нормальный воротник. В хорошем состоянии. Так, М-ка, размер средний. Здесь полиэстер. Марка Холлистер, хлопок, Элька. Здесь размер тоже указан L. Для женатых мужчин с изображением жены футболка. Элька. Элька. Хлопок. Состояние все хорошее. М-ка. Такого видимого явного износа пока вот нет. Это марка Bench. 38 размер указан. Спортивная футболка. 2XL. Элька. XL. Хлопок. Так, вот тут... Небольшой износ есть, воротник, во-первых, да, немножко уже выгорел, и рисунок потрескался. Так, размер буду искать долго, по-моему, это Элька. В хорошем состоянии. Так, М-ка, размер средний, это Элька. Для бронирования, пожалуйста, пишите Эльвире. Ссылка на ее страничку указана в комментарии к этому видеообзору. Размер 2XL, Анжела Ритрика. Или звоните по номеру 8-800-2007-127. Размер XL, футболка большого размера. Хлопок. Здесь тоже у нас XL. Вот они пошли, большие размеры. Одна майка, по-моему, пока только была. Вот, можно сказать, вторая. Элька. В основном футболки здесь. Мешок весит 10 килограмм. Англия T-Shortsman Extra. Размер L. В хорошем состоянии. Воротник тоже ровный, нормальный. Так, М-ка. Футболка среднего размера. Воротник хороший, чистый. Без видимого износа. Спортивная футболка марки Nike. Марка Next. Размер указан L. Так, здесь у нас XL, хлопок, в отличном состоянии, рисунки тоже свежие, воротник ровный, не растянутый.
Спортивная футболка большого размера. Далее XL, хлопок. Элька. Что-то по-немецки. Элька. Износ небольшой есть. Видите, воротник уже такой волнообразный. Слегка растянутый. XL. Так, и последняя футболка из этого мешка большого размера XL. И на этом все.